Привет, ребята! Играете в видеоигры, да? Здорово! Не буду отвлекать. О, нет! Что произошло? Знаете, не думаю, что у вас самих получится это починить. Это может быть даже опасно, так как здесь электричество. Вы знаете кого-нибудь, кто сможет помочь вам с починкой телевизора? Ты прав, Том. Я уверен, супергрузовик может помочь. Давайте его позовем. Здравствуй, Карл. Не время для отдыха. У Тома и малыша Тома проблемы с телевизором. Ты поможешь им? Отлично. Вперед! Какой машиной ты сегодня станешь, Карл? Ух ты, мастер по ремонту телевизоров! Хорошая мысль! Замечательная трансформация! Давай-ка поедем к Тому в его мастерскую. Не волнуйтесь, ребята, супергрузовик будет здесь с минуты на минуту. А это должно быть он. Молодец, супергрузовик. Давай-ка посмотрим, работает ли теперь. Хм, должно быть, здесь еще что-то поломалось. Итак, ты думаешь, в проводе было короткое замыкание? У тебя есть что-нибудь, чем можно заменить провод? Похоже, провод совсем старый. Им опасно пользоваться. О, нет, еще одна проблема. Кажется, этот кабель слишком короткий. Что же теперь делать? Превосходная идея, малыш Том. Иногда самая простая идея наиболее эффективная. Идеально! Спасибо тебе большое, супергрузовик! Ты прав, супергрузовик! Том, малыш Том, не забывайте и на улице играть, а то вы можете весь день просидеть дома перед телевизором.
спасибо за твою помощь, супергрузовик. До свидания, друзья. До новых встреч. Как же сегодня снежно в автомобильном городе. Кажется, вот-вот начнется снежная буря. О, здравствуй, Кэти. Куда ты едешь? Ведь такая ужасная погода. Разве тебе нравится мерзнуть? Ладно, но будь осторожна. Дороги очень скользкие в такую... О, нет. Кэти застряла. Нам нужно помочь ей и поскорее. Эмбер, как хорошо, что мы тебя встретили. Ты не могла бы послать сигнал супергрузовику? Кэти застряла в канаве. Спасибо, Эмбер, и поторопись. Карл, нам нужна твоя помощь. Гоночная машина Кэти застряла в канаве прямо посреди снежной бури. Давай спасем ее. В пещеру. Какая машина, на твой взгляд, сможет достать Кэти из кювета, Карл? Это замечательная идея, Карл! Грузовик с лебедкой точно сможет вытащить Кэти! Зимние колеса с дополнительными шипами – то, что нужно. Итак, Карл, ты готов поехать и спасти Кэти? Отлично, супергрузовик! В путь! Давай вытащим Кэти! Спасибо, что присмотрела за Кэти, Эмбер. Супергрузовик приехал, и он собирается вытащить Кэти из этой заснеженной канавы. Погоди-ка, что ты делаешь, супергрузовик? Я понял. Если ты сдашь задом к Кэти, тебе будет проще вытащить ее оттуда. Отличная работа, супергрузовик. Теперь пора присоединить Кэти к лебедке и вытащить наверх. Сработало, супергрузовик. О, нет, супергрузовик, ты соскальзываешь. Скорее, используй дополнительные шипы. Теперь тяни как можно сильнее, супергрузовик. Ты сделал это, супергрузовик! Ты достал Кэти из канавы! Больше не катайся по снегу, Кэти! Может быть, Эмбер стоит забрать Кэти в больницу и проверить, все ли с ней в порядке после такого падения?
Тебе уже намного лучше, Кэти? Так держать, Кэти. В снегу можно веселиться и по-другому. Отличный бросок, супергрузовик. До новых встреч, друзья. Берегите себя. Привет, Сьюзи. Куда ты едешь? Ты направляешься на ярмарку, чтобы продавать игрушки? Все в порядке, Сьюзи. Все игрушки целые. У тебя слишком много игрушек, и ты не можешь вести их все сразу? Как жаль, тебе ведь они нужны все для предстоящей ярмарки. Давай позовем супергрузовика на помощь. Карл, Сьюзи не может отвезти за один раз все игрушки на ярмарку, и ей не помешает твоя помощь. Отлично! В пещеру за трансформацией! Итак, в какую машину ты трансформируешься, Карл? В грузовик-витрину! Как здорово! Ух ты, теперь ты грузовик-витрина. Поехали, поможем Сьюзи. Сьюзи, а вот и супергрузовик. Он теперь грузовик-витрина. Давай поможем Сьюзи отвезти игрушки на ярмарку, супергрузовик. Превосходно, супергрузовик! Витрина наполняется товарами, Сьюзи. Прекрасная работа, супергрузовик! Скоро витрина полностью заполнится.
Спасибо тебе, супергрузовик! Еще раз тебя благодарим, супергрузовик. До свидания, друзья. Скоро увидимся. В автомобильном городе ночь, и все спят. Ого, это было опасно, Пикл. Да что же здесь происходит? Ты собираешься это выяснить? Будь осторожна. Это кран для сноса зданий, Дэйн. И, похоже, он рушит автомобильный город. Ты думаешь, он ездит во сне? Ты права, он все еще в ночном колпаке. Может быть, ты сможешь его разбудить? Громче, Пикл! Не получается. Нужно кричать намного громче, чтобы разбудить его. Ты права. Пора позвать супергрузовик на помощь. Карл, посмотри в окно. Пикл, нужна помощь супергрузовика. Дэйн ездит во сне и разрушает город, но ее сигнал недостаточно громкий, чтобы разбудить его. Пора трансформироваться. Тебе нужно что-то действительно очень громкое. Грузовик-сирена. Превосходно. Вот это действительно громко. Дэйн точно не сможет дальше спать. А вот и он, супергрузовик. Невероятно! Он все еще спит. Увеличь громкость, супергрузовик. Громче, громче! У тебя получилось, супергрузовик. Он проснулся. Ты ездил во сне, Дэйн, и разрушал все вокруг своим шаром. О, нет, похоже, супергрузовик разбудил всю округу. Дэйну очень жаль, друзья. Он говорит, что сейчас же начнет убирать весь беспорядок.
Молодец, Пикл. Я уверен, Дэйн будет рад помощи. Замечательная идея. Супер-грузовик включит вам музыку через свои колонки, чтобы вам не было скучно убирать.